происхождении Пушкина есть африканские корни, откуда у него гениальность и большая любовь к русской культуре. Что за душа находилась в этом теле? Благодарим за ответ. Ну, во-первых, не африканский, а арабский. То есть давайте не путать теплое с мягким. То есть это на два порядка генетика лучше. Ну, предположим, два на порядок. В 10 раз генетика лучше. Самая тяжелая генетика, вот это генетика африканцев и некоторых там народов людоедов, которые существуют там в некоторых частях. И в Пушкине, насколько я знаю, была арабская какая-то кровь. Что касается, откуда у него такая любовь, ну, он родился в этой культуре, то есть в славянской культуре. То есть его воспитывала бабушка в славянской культуре, он жил на Руси, плюс у него, видимо, какие-то были способности. То есть этим способностям дали нужные, определенные люди дали нужный вектор. Почему вы считаете, что у него, у арабов, не бывает способностей? Что сказать, что Пушкин был уж сильно гениальным, но не знаю, хороший был поэт. Один из лучших, ну, я думаю, не самый лучший, просто его определенные силы подняли до определенного уровня, у него были свои отрицательные склонности, насколько известно, что он зачастую чем занимался, что соблазнял чужих женщин, вот, а потом, когда очередной раз соблазнили его женщину, соответственно, вызвал кого-то на дуэль, то есть он сам зачастую делал вещи, скажем так, не совсем приличные. Более того, когда он умер, насколько я знаю, за ним остался долг больше 100 тысяч рублей. То есть он постоянно жил в долг. То есть человек, в общем-то, достойный. Если он берет долг, то он стремится отдавать. То есть у Пушкина были такие большие проблемы. Не нужно из него делать какого-то идола. То есть хороший поэт, да. Что касается его арабских корней, то предположим, что вот это есть золото. И в золото добавили, ну там, меди процентов там 5. Испортит это золото? Не испортит, по большому счету. Ну, она чуть-чуть станет дешевле, какие-то качества чуть-чуть потеряет, но все равно остается золотом. То же самое я бы сказал про серебро или про какой-то, там, предположим, другой металл. Та же ситуация с Пушкиным. Что касается же, например, арабов, это как, почему арабы не могут быть талантливыми людьми? То есть среди них тоже бывают люди талантливые, меньше, чем среди представителей рас, они тоже бывают. То есть это в черной расе их фактически не бывает. Ну, практически людей гениальных нет. То есть какими-то способностями небольшими, да, там генетика молодая очень. И с некоторым, насколько я знаю, внесенным специальным браком программой демонических сил. Причем изначальной программы. Так что хороший поэт, у него тоже были свои проблемы, явные проблемы. Если вы историю Пушкина почитаете, его поступки, этих проблем у него тоже достаточно. В русскую культуру он нес достаточно большой вклад, но если взять нашу культуру, то есть этой культуре миллионы лет, и до Пушкина культуры вносились более интересные вещи, более глубокие вещи. Пушкин что мог, то сделал. А, в общем-то, живя в этой культуре, будучи дворянином, воспитываясь в этих традициях, то есть будучи, в общем-то, белым, то есть никак на это не реагировать, в общем-то, он, наверное, не мог, учитывая его склонности и возможности. Он человек по своим способностям был как бы гуманитарий. Соответственно, гуманитарий выражается в этой области. За что ему зацепиться? За африканскую культуру, за арабскую культуру? Где он ее возьмет? Он, соответственно, зацепился культуру в той, в которой его воспитывали. Я не вижу в этом ничего странного.